Число жертв наводнений в Иране достигло 70, такие данные приводят государственные СМИ. Сильные дожди начались еще 19 марта и идут до сих пор. Такого бедствия страна, где погода обычно засушливая, не видела несколько десятков лет. Более 140 рек вышли из берегов, в разных регионах страны сошло более 400 оползней. Десятки автодорог стали непроходимыми, разрушены мосты, сотни деревень остались отрезанными от внешнего мира. В целом пострадало около 2000 городов и деревень. Особенно тяжелое положение в провинциях Лорестан и Мазандаран. Вода была до того места, вон от нее след. Совет предоставил 20 мешков цемента. Просто дайте нам цемент и оборудование, чтобы мы могли работать быстрее, и чтобы дети завтра смогли пойти в школу. Из-за опасности схода оползней были эвакуированы несколько деревень. Около 1000 человек вывезли на вертолетах. В целом во временных убежищах разместили 86 тысяч человек. Власти Ирана продолжают доставлять в пострадавшие регионы гуманитарную помощь.